С 2019 года в Люберцах реализуется проект губернатора Московской области «Активное долголетие». Пенсионеры городского округа занимаются спортом, творчеством, а также посещают экскурсии и получают новые знания. Одно из популярных направлений этой программы – курсы компьютерной грамотности. Как проходят занятия, покажем в нашем следующем сюжете. Центральная библиотека имени Есенина – место, где не только можно почитать книги, но и получить новые знания. Три раза в неделю здесь проходят занятия, на которых представители старшего поколения учатся работать с компьютером. Помогают им в этом сотрудники библиотеки. У нас обучение проходит либо курсом для тех, кто вообще с нуля, либо по целевым запросам. То есть человек приходит с конкретной целью. Самые популярные запросы – умение пользоваться порталом госуслуги, работа с текстом, онлайн-оплата услуг ЖКХ и регистрация на сайтах. Мы же не все это знаем, вы понимаете, скажем так. Когда начинаешь услезать него, уже более-менее понятно. Но не каждый раз, все равно это очень, для нас это сложно. Ну, лично для меня, хотя я вот с 80-го года работала, я программист. О востребованности курсов говорит количество занимающихся. В одной только библиотеке имени Есенина за последние 3 года эти занятия охватили около 300 человек, а по всему округу более 1000. Сейчас встал вопрос о модернизации компьютерной техники и увеличении мест для учеников. Сегодня все компьютеры заняты. На каждый компьютер есть конкретный человек, а бывает так, что еще и в очереди сидят, ждут. То есть это очень полезная, востребованная опция, программа, которая в рамках активного долголетия предоставляется всем нашим жителям. Записаться на бесплатные компьютерные курсы могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для этого необходимо обратиться в клуб «Активное долголетие» или непосредственно в библиотеке, где проходят занятия. Луиза Эгги, Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.